Союз тэквондо России в этом году запустил новый проект – профессиональные соревнования смешанных команд «Про тэквондо Тур 2024». Первая встреча финального этапа масштабных состязаний прошла в городском округе Люберцы. Наша съемочная группа подготовила сюжет о ярком спортивном празднике. Не просто спортивные соревнования, а целое театрализованное шоу. Перед тем, как на большую арену триумфа вышли участники состязаний, гостей мероприятия развлекали яркими необычными номерами. Тематика выступлений артистов неразрывно связана с родиной тэквондо Кореей. Самым впечатляющим стал выход демонстрационной команды Союза тэквондо России. После мастер-классов и показательных выступлений на сцену по очереди стали выходить участники поединка. Лицом к лицу встретились две сильнейшие команды страны, в составе которых олимпийские чемпионы, призеры чемпионатов мира, а также спортсмены, завоевавшие лицензию на Олимпиаду в Париже. Это профессиональный спорт. Вы видите лучших спортсменов России, которые в таком формате никогда не сходили. Наверное, определенного рода толчком к принятию этого решения случилось так, что мы не попали на Олимпийские игры. Мы отобрались, мы программу выполнили, и у нас появился небольшой свободный кусочек времени, в котором оказались незадействованы сильнейшие спортсмены. Мы решили этим воспользоваться и провели вот этот турнир в кратчайшие сжатые сроки. Финальный бой первого тура состоялся между командой Москвы, которая победила в отборочном этапе, и сборной Союза тэквондо России. По итогам трех раундов победа досталась второй. В этом месяце в стране пройдет еще 4 подобных турнира, а масштабный проект «Про тэквондо Тур» организаторы сделают ежегодным. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, Люберецкое телевидение.